Сборная ФР со своим Кадыровым чуть не выиграли чемпионат мира по мобильной игре. Зрителей у эфира больше, чем у International 2019. Люди вскакивают со своих мест. Даже получают покрытие, неужели сборная Чечни? Киберспорт в России переживает второе дыхание. Россия была одной из первых стран, которая официально признала киберспорт еще в 2001 году. Но все это сразу затихло. Сейчас мы переживаем новую волну. Чувствуется, как растет конкуренция. Это и двигает все вперед. То, что делает Гарена, сильно влияет на развитие киберспорта. Крупные турниры, большие призовые фонды – все это мотивирует ребят даже из самых отдаленных регионов России. И все они потом смогут стать топовыми игроками и выступать за сборную. Когда нам предложили полететь в Бразилию, мы не особо-то и поверили. Даже родителям стеснялись говорить, что едем куда-то из игры. Но потом подумали и решили, что такой шанс выпадает раз в жизни. Со своей командой мы познакомились в самой игре. До этого мы ни разу не виделись. Сначала наша дружба строилась на общих увлечениях и целях, но сейчас они для меня значат гораздо больше. Родителям я сказал, что мои друзья выиграли Кубок Евразии и поедут на чемпионат мира. Спросил, что они об этом думают, и только потом сказал, что являюсь их капитаном. Раньше было очень сложно совмещать два важных дела в моей жизни – учеба в медицинском и киберспорт. Но со временем я научился все это совмещать. Главное – грамотно расставлять приоритеты и распоряжаться своим временем. Неважно, каким делом ты занимаешься, главное – становиться лучше и преодолевать себя каждый день. Как говорится, это случается и с лучшими из нас. В этом году участники сборной ЧР сразятся не своим составом на Free Fire World Series, а присоединятся к другим коллективам СНГ, после чего продолжат упорно тренироваться и прокачивать свой скилл, чтобы в следующем году вернуться и забрать свое. Ведь статистика меняется изо дня в день. Неизменным остается лишь характер. Турнирная таблица — это всего лишь холодный расчет, а в нашей игре важна страсть. Và 30 tháng năm này tham gia ủng hộ Việt Nam, nhận ngàn quà hot, free trang phục huyền thoại sinh tồn và yêu tinh xanh chưa ra mắt miễn phí vĩnh viễn, cùng hàng trăm nghìn phần quà hấp dẫn khác. Tham gia ngay, ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo cho huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu đỉnh cao.